На выставке работ Павла Николаевича Филонова, которая сейчас проходит в Москве, вот этот портрет сестры художника не перестает удивлять зрителей. Своей такой достоверностью он очень сильно отличается от всех остальных произведений. Ну, Филонов был известным великолепным рисовальщиком, но все-таки такой описательной манере, копирующей натуру, предпочитал совершенно иной стиль, аналитический по его терминологии, такой близкий к беспредметности. Евдокия Николаевна была певицей, и здесь представлена в таком традиционном жанре заказного парадного портрета. Однако, если внимательно вглядеться, Филонов и тут остается верен себе, с одинаковой такой тщательностью выписаны не только черты лица, сестра, прическа, там, сережка в ухе, но и такой прихотливый растительный узор в обивке кресла и на тканных вставках на дверцах шкафа, как бы художник подводит нас как бы к мысли о единстве и такой взаимосвязи всего того, что видит наш глаз.